Мы на месте. Мы приветствуем Ингу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она пытается разорвать эту паутину, говорит, доверю, и воздух здесь спертый. Сейчас я внутри. Уберу. Внутри хорошо, Влад разрежет эту паутину. Она полностью выходит из биополя, включая внутренний белосет Инги, она выдавливает из себя всю эту паутину. Выходит, формируется в кокон перед ней. Она говорит, я делаю, паутина опять появляется. Наверняка в доме сидит. Вышел шар. Отправляю его в клетку тюрьму. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Инги под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инги. Находит все. Арахноид вышел у нее. Большой. Да. Лизард. Арахноид, лизард. Инкуб. Есть. И бес. И бес. Кто-нибудь еще? Да. Какой бес? 7. Кто был ответственен за зависимость сахарную? То, что она очень много сахара потребляет. Над клеткой ответственно загорается маячок. Инкуб. Инкуб. Сладости любишь? Сладости – это сексуальная энергия. Вместе с суккубом поглощаем. А суккуб-то где? А, в другом человеке, да? Правильно, понял. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? 1.5 года. Есть. Сколько бес находится? 2 года. И лизард сколько находится? 4 года. Сколько находится арахноид, который сплел целый кокон на голове? 7 лет. 7 лет. Кто из вас присутствует в квартире, в доме? Мы его сегодня будем чистить. Потомство арахноида есть. Сам он здесь, в коконе. Понятно, он же самостоятельно, у него потомство. Значит, его отдельно будем тогда отпускать или сами все сделать. Другие? Бес присутствует. Бес присутствует. Хорошо, еще кто? Все. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Инги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Инге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз и возвращаем, выстраивая прямой канал к кокону арахноида. Реверсом отдаем все негативное, патогенное, что он получил от этого кокона. Пошел процесс. Что идет в кокон, посмотри. Рутина, он ее делал предсказуемой. Непредсказуемой? Предсказуемой. Все, что было одинаково. Рутина. Ровный кокон вокруг нее плел. Чтоб не колыхало ничего его грани. Понятно. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Инга себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Бес, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Инги? Не, на голове затемнение. Только на голове? Да, мысли у нее нехорошие там. Она устала от арахноида. Это понятно. Хорошо. Хочешь получить это затемнение? Да. Выходи сначала, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе, отключайся. Как закончишь, доложи мне на месте, я дам тебе отдельную команду. Приступай. Но двигаться выставлял. Даже прыгать, я бы сказала, снимает какие-то как капканы с ног и рук. Понятно. Готов. Хорошо, разрешаю тебе забрать все затемнения, собирай и возвращайся назад. Приступай. Готов. Инкуб, выходи, снимай все, что я оставил в ее биополе. Что он оставил в ее биополе? Он сидит в оранжевой чакре, и вокруг него как обвертки от конфет. Да ты что? Хорошо. Это энергетические комки. Вот собирай их всех. Спазмы, он говорит. Спазмы? Шарики снимает. Он все снял. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел, в сердце? В сердечной чакре. Вот вытаскивай оттуда все. Свое гнездо, все свои энергии. Из-за проблемы с инкубом у нее было эмоциональное состояние нарушенное. И Лизард на нем играл, опустошал ее. Да ее тут все опустошали. Она в сердце всегда какую-то слабость чувствовала, сердечный чак, даже вину какую-то. Это его работа, да. Все снял. И арахноид, выходи, вытаскивай все, что мы еще не вытащили, и возвращайся назад. У него наплетено, в голове у него еще один кокон, я бы сказала,
Кокон в коконе. Он именно в голове. У нее мысли, он не давал ей мысли, как сдавливало ей голову, когда у нее мысли шли дальше положенного. Может, арахноиду сейчас Инга сдавит голову за это воздействие в течение 7 лет? Он не говорит, хочет... что все должно быть ровно. Такое давление последние 2 года до этого не было. То есть он постепенно нападал, постепенно усиливал, чтобы у нее не было сдвига. Ровно все у него должно быть. Все да. Даю команду на рассинхронизацию Инги с арахноидом, лизардом, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Пока идет рассинхронизация, спрашиваю, кто из вас присутствует в ребенке Инги? Никто. Хорошо. Рассинхронизация закончилась. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Инге, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. И под коконом арахноида открывая воронку в галактическое ядро, и эта оболочка уходит на переработку. Это паутина. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Арахноид, лизард, инкуб и бес. Беса я отпускаю сейчас в дом. Он собирает все, что он там оставил. Все свои комочки, одеялки, сеточки. Потом бес мне покажет. Порталы в квартире, в доме. Я их закрою и сами могу ему собрать негатив в этом доме в дорогу. Бесу понятно? Да. Перед этим я отпускаю арахноида, лизарда, инкуба. Вы больше никогда не приходите в это биополе. Это для вас будет чревато в следующий раз. Все поняли. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид забирает свои причиндалы и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Хорошо, инкуб в твоих услугах тоже больше не нуждается. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. И открывается портал в дом Инги. И бес уходит в этот портал. Дожидается нас, собирает все, что оставил. Закрывая, печатывая, растворяя и этот портал. Готов. Выходит эмоциональный фантом Инги, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Она ей регенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он очень устал, и у нее все мысли, вот эти тревожность, нервозность. Выше. Понятно. Хорошо, Инга, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готов. Сворачивая энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Живой. Отлично. Сейчас мы будем поднимать сюда вашу дочь и почистим ее. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Лайлу, она идет к маме. И мы спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку Лайлы. Мам дает разрешение, Лайла тоже много говорит, она показывает, что у нее, рассказывает. Сейчас все уберем, Лайла, все будет хорошо. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Лайлы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лайлы, находит все. Ну, она показывает, у нее 2 присоски от спрута, один сбоку, другой с левой стороны, в боку. Больше у нее никого нет. В доме есть черт, она топает ножкой, и он отбегает. Вибрации от нее идут, он не может к ней подступиться. Она его видит. В общем, у нее один спрут небольшой. Значит, один спрут, и в доме еще черт, да? Да, но в ней нет черта под ключки. Она показывает, как она ножкой делает. От нее идут вибрации, черт отбегает. Молодец. Ты посмотри, видать, взяла с собой багаж знаний. В это воплощение. Хорошо. На спорта она показывает, он в ее горшке живет. Вот оно в чем дело. Поэтому ты боишься на горшок ходить, да? Ей неприятно. Все понятно. Она его энергии чувствует. Хорошо. Сейчас уберем спорта, он больше никогда не придет. Итак, даю команду тонкой копии Лайлы спроецировать все энергетические сферические каналы к этому спруту. Даю команду тонкой копии Лайлы произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лайле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним.
Скажи-ка мне, Лайла, а чего ты боишься засыпать? Тебя черт пугает? Она видит его, она защищает свое биополе во сне, она знает, что она без защиты, поэтому постоянно просыпается, проверяет. Хорошо, этого больше не будет, я уберу сегодня этого черта. Больше никогда в эту квартиру к тебе не подойдет. Так что можешь спокойно спать всю ночь. Она ждем. Ждала чистку. Да ты что? Ну, у нас бывают такие продвинутые дети. 2 года, она ждала чистку. Нормально? Ей 3 будет. В апреле будет. Закончился реверс. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса Лайла забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, изъяли до последней капли, возвращает Лайла себе обратно. Пошел процесс. Готово. Мы реверс сделали. Спрут, выходи, отключайся, снимай все, что я оставил. Он снял 2 присоски, эти все. Хорошо. Он присутствует еще в квартире, я так понял, да? Да. Если он живет в этом горшке. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Лайлы со спрутом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Горшок одна из ванных, он показывает. Его присутствие там есть. Я тебя после этой чистки отправлю в дом, ты соберешь все свои подключки по всему дому. Я проверю и отпущу тебя только после этого на твою чистоту. Тебе это понятно? Ему понятно. Рассинхронизация закончилась, она опять ножкой топает на спрута, и от нее вибрации идут. Молодец. Включаем внутренний белый свет Лайли, и она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, остаточная энергия. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Она выдавливает руками, как-то себе помогает, вперед выставляет ладони, с нее выходит все. Готово. Молодец. Открывая воронку в галактическое ядро под этим шаром, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Лайле и помогаю, и она сама может сделать. Ты можешь отключить канал сама, Лайла? Она не знает, наверное, может. Как? Хорошо. Если ей покажет, она будет знать, как. Хорошо. Подхожу к Лайле, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы, отстегивается. Вот точно так ты можешь ножкой сделать. Открывается воронка в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо, спрут, я отправляю тебя сейчас в квартиру, в дом, собирай все. Я, как тебе и сказал, проверю, отпущу. Открывается портал в дом Лайлы. И спрут идет в этот портал, собирает все свое, что там оставил. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Лайлы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Она ей сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. На нее вышел фантом, и у нее почему-то прошлой жизни чувства еще остались там. Она помнит, как ее звали. Она была химиком, ее звали Анита, она еще помнит эти воспоминания. И многие чувства вышли в этот фантом. Хорошо. И она, что он в своей жизни, она еще помнит? В какой стране жила? Чем занималась? А, химик. Когда она ученым была, химик. И у нее платье такое сзади, на поясе, только выдвигается назад. И зонтик в руках, шляпа. Это ли 1800 какой год? Считай цифру. Первый. 1801. Значит, остались воспоминания. Мне вышел фантом. Спрашиваю маму разрешения, чтобы уничтожить этот фантом. Дает, конечно. Сворачиваете энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лайла, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Она показывает, она любит платье, потому что в платьях она чувствует энергию Земли. Она как такой, как купол, юбка вот это, и она синхронизируется. Будем тогда возвращать тебя назад, а потом почистим твой дом и выгоним всех, кто там мешает тебе. Больше их не будет. Можешь спокойно спать и ходить на горшок. Ничего больше не будет плохого. Дом поставим под защиту. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лайлы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она благодарит за чистку. Готово. Во благо. Отключаемся от Лайлы. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Какой продвинутый ребенок. Я на месте.